Дамы и господа, компания «Мостур» приглашает вас ближе познакомиться с Ростовом Великим, городом, перешагнувшим тысячелетний рубеж, перелистать странички его славной истории, ощутить красоту дня сегодняшнего. Его не зря называют «жемчужиной Золотого кольца» и «отцом городов русских». Богатое его историческое наследие, роскошный памятник старины, удивительные предания и легенды. Ростовский Кремль – это потрясающий шедевр древней архитектуры, самый величественный и прекрасный из всех российских Кремлей. Одна из его визитных карточек – старинный Успенский собор, на звоннице которого установлен старейший из колоколов на Руси. Самым молодым строением кремлевского комплекса является трапезная, возведенная в 17 веке. Ростовский Кремль – это возможность отдохнуть и вкусно, сытно поесть, ощутить на себе истинно русское гостеприимство. Ресторан «Собрание» в Красной палате Кремля возглавляет пятерку лучших ресторанов Ростова. Расположенный на территории Кремля музей церковных древностей под стать древнему городу, упоминание о котором мы находим в старинной повести временных лет. Ростов был свидетелем зарождения государства российского. А еще Ростов – город русских мастеров, где издавна создавали уникальные изделия, украшенные финифтью. Мы приглашаем вас не просто увидеть выставку работ из эмали, которой немало в Ростове, а посетить Государственный музей финифтии, расположенный на территории Ростовского Кремля. Коллекция живописных эмалей, хранящихся тут, является гордостью музея. Это крупнейшее из собраний в России, причем большая часть экспонатов находится не в запасниках, а демонстрируют посетителям в залах музея. В музее Ростовской финифти вы полюбуетесь потрясающими украшениями из эмали и металла, проникнете в тайны их создания, узнаете немало интересного о развитии этого уникального промысла. Тем из наших гостей, кто желает запечатлеть на фото колорит ушедшей эпохи, музей предлагает прокат исторических костюмов. Фото в царских одеждах или наряды барыни будет напоминать вам об этой чудесной поездке. Здесь же можно приобрести памятный сувенир или украшение работы современных мастеров, которые продолжают старинные традиции. Одна из достопримечательностей Ростова – это колокольный звон колоколов Успенской звонницы. Он станет завершающим аккордом в нашем знакомстве с Ростовом Великим. Посетите древнейший город России с компанией «Мостур».